С докладом выступила исполняющая обязанности начальника управления ЖКХ Татьяна Буняк. В Анапе проводят мониторинг санитарного состояния, санитарной очистки, благоустройства города и сельских округов. Специалисты комиссии отметили несколько недостатков и несоответствий облику и имиджу города. Выявили нарушение требований санитарного законодательства. Не решен вопрос с установкой и приведением в надлежащий вид контейнерных площадок. Они должны быть на расстоянии не менее 20 метров. В большинстве случаев контейнерные площадки деформированы. Целостность нарушена, многие без краски или ржавые, без обозначений, без крышек. А это причина дополнительного загрязнения окружающей территории. Еще одна проблема – у многих управляющих компаний нет договора на вывоз крупногабаритного мусора. Если бы наш регион был где-то дальний север, может быть, бы у нас с вами так острый вопрос не стоял. Но именно позавчера, когда с главой мы делали обход в 21:00 вечера, и делали мы обход по контейнерным площадкам, и резко встал вопрос – у нас везде контейнерные площадки завалены крупногабаритным мусором. В администрацию Анапы поступило обращение из территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты и прав потребителей по Краснодарскому краю обязать управляющие компании и хозяйствующие субъекты контролировать санитарную очистку и привести в должный вид контейнерные площадки, провести инвентаризацию контейнеров, пришедшие в непригодность заменить. Татьяна Буняк посоветовала руководителям приобрести новые пластиковые контейнеры, которые сейчас заменили железные во многих городах края. Крышками закрываются, мусор не летит, вони никакой нет. Эти контейнеры прекрасно дезинфицируются, прекрасно обрабатываются. До 1 ноября 2013 года общими усилиями всех город должен стать чистым и привлекательным. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа регион.